Поводом приехать на трассу в Сочи отныне будут не только этапы Формулы-1 и других соревнований, но и возможность самостоятельно опробовать серьезные машины. В рамках совместного проекта с Академией SMP Racing любой желающий, как профессионал, так и любитель, сможет проехать по треку за рулем болида Формулы Renault 2.0. Если вашей подготовки, которую обязательно проверят, не хватит для формульной машины, на выбор предложат автомобили категории Midget или GT. И все же, хотя бы первое время, пилоты не оставят один на один зубастой техникой. Для того, чтобы сесть в болид Формулы 4, нужно, чтобы тебе исполнилось 15 лет. Для того, чтобы сесть за автомобиль уже класса GT автомобиля, понятно, что этот порог должен быть несколько выше, но здесь есть некие допуски, потому что все это происходит на закрытой трассе с профессиональными инструкторами, совершенно соблюдением другого уровня безопасности. А на специально оборудованную площадку для дрифта можно приехать как на своей машине, так и арендовать на автодроме. Полчаса заездов на своем автомобиле обойдутся в 4000 рублей. Два часа на арендованном – 56 тысяч рублей. Правда, в эту стоимость входят и услуги инструктора, которым частенько будет вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Царев. Это круглогодичная площадка, единственная в России, на которой можно ездить круглый год без снега. То есть всю зиму, если лето, можно тренироваться в любой точке России быстро, то когда настает зима, ехать быстро негде. А для малышей открылась мотошкола, которая поможет узнать все премудрости обращения с беговелами и позже мотоциклами. Если говорить непосредственно о школах, то, безусловно, они направлены на местных зрителей, потому что любая школа подразумевает постоянное посещение, но также у нас есть и активная туристическая программа. Именно для тех людей, которые приезжают сюда на месяц, на день, на месяц, на год, на неделю. Все услуги Сочи Автодрома уже доступны.